В Муравленко началось общественное обсуждение проектов по благоустройству дворов в рамках проекта «Комфортная городская среда». Первая встреча состоится сегодня с жильцами дома номер 1 на улице 70 лет Октября и Пионерской 44. Всех желающих принять участие и решить, как будет выглядеть их дворовое пространство, приглашают на собрание. Оно состоится на площадке перед зданием компании «Муравленко ТВ» сегодня в 18 часов 30 минут. Жители которых смогут совместно с работниками управления жилищно-коммунального хозяйства увидеть, какие предполагается благоустройство территории их дворов, соответственно, предложить свое видение этих изменений в дворах и, возможно, даже где-то соучаствовать и в софинансировании, если они что-то захотят сделать более того, что предлагает управление жилищно-коммунального хозяйства.